заброшенный просто. Volkswagen Jetta. Просто иномарочка охуенная. Что у нее салончик такой тряпочный, нормальный. Просто заброшенная машина. И себе, блядь, на ней может даже ездить еще. И неплохой такой Volkswagen, блядь. Вот рядом дома тут стоят. Странно, блядь, что ее выкинули, не знаю. Просто тачка, блядь, нормальная. Полностью разъебанная, блядь, стоит. Как будто кто-то на парковку поставил, и машину разъебали. Прыгает, конечно. Стекла выбили. Но на крышу не прыгали. Криминал, возможно, криминал какой-то. Ну нахуй его, блядь. Надо ехать отсюда, блядь. Эти гандон, послава. Чем местные, походу, вам сидят. Я, блядь, сваливаюсь с этой хуйни. Ну его нахуй, тут криминал какой-то. Криминальные, блядь, машины какие-то стоят, блядь, что за хуйня, я приехал, не знаю. Так, короче, тут все пизда, нахрен. Там блокпост, там не проехать. Я разворачиваюсь, нахуй. Зеро, блядь, назад. Еще я ебал, нахуй. Шайтанить, блядь, тут. Я поехал, ребята, назад. Короче, так, надо главное не въебаться. О, запищало все. И я вам так скажу. Места вот странные, да. Так, 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 иди нахер. Эй, а что так, блин, до хрена, да?